проекта, да? А, нет, даже не нашел, правильно. Давай, давай, сейчас проводим. Кто да? Здравствуйте. Григорий Валентинович. Много такого. Проходите. Вы откуда вообще? Григорий Валентинович. Здравствуйте, Григорий Валентинович. Андрей. Андрей. Компания Гапон. Знаете, только компания. Что-то слышал о вас вчера на новостях. Вы, говорят, облажались. С одним проектом, тут же тендеры все прозрали, Билайн все выиграл. На самом деле у нас не один проект, проектов много, мы участвуем в разных интересных проектах. К чем, на самом деле, пришел я к вам? Хотел вам рассказать вообще возможности с нами сотрудничать. Вот, не только на условиях там, мобильной связи или каких-то других договоров. Вот, хотели бы вам предложить поучаствовать в нашем новом проекте, который, я думаю, вас непременно заинтересует. В каком проекте? Проект связан с обеспечением, не знаю, мобильной связи ваших автомобилей. Вот, да, это в первую очередь поможет вам отследить по каждому автомобилю затраты, например, на бензин, как вариант. То есть мы предлагаем вам комплексное решение, которое позволит вам в первую очередь что сделать? То есть экономить. То есть на вашем производстве. Помимо этого проекта, этого предложения, мы хотим сделать приложение не более комплексное, то есть не только мобильная связь, да, здесь будет бензин еще будет поставить. Фиксированная связь. Вот. То есть мы предлагаем не конкретно какое-то решение узконаправленное, мы готовы решить все ваши проблемы, которые возникают. Я пришел к вам пообщаться и выяснить, какие у вас есть потребности. Какие у вас есть. Я пока ничего не хочу предложить. У меня три автомобиля, а я ни в чем не нуждаюсь. Связь у меня Билайн, все сотрудники на Билайн. Че, в чем? Ну, на Билайне, да? Да, уже 30 лет. Там сколько существует завод? У вас все сотрудники на Билайне, то есть вы сами, наверное, на Билайне. Я на Билайне, но не все, конечно. Кто мы там в цехах, там начальник цехов, все там. Да, то есть в основном оплачивают на связь свою, да? Ну, конечно, тем, кто меня тут вот задницу лежит, я оплачиваю остальным. Ну, наверное, есть часть такая сотрудников, которого не платят, то есть у вас большой же завод. Много сотрудников общаются на разных операторах, да, то есть у вас не только на Билайн. Да я им не то, что за связь некоторым, я вообще в зарплату не плачу. Вот, правильно. Тут есть некоторые работают за идеи. Да, мы хотели бы расширить ваши границы, сделать каким-то лояльным, когда вы со своей стороны можете своих сотрудников привлечь чем то, что наша связь, она будет объединять ваших сотрудников, они будут общаться дешевле. То есть, сделать... они стоят за станком, да. Что им общаться? То есть, помимо, я понимаю, вам платят, там какая-то связь есть, то есть, есть предложение, например, реально удешевить звонки ваших сотрудников. То есть они будут общаться дешевле, общаться больше, могут по тем же рабочим вопросам общаться. Связь, давайте. У меня, сейчас я трачу на связь 100 тысяч в месяц. Еще, насколько дешевле? Я думаю, в первую очередь надо думать не только о дешевизне, а и вы как руководитель не будете думать о том, что... Нет, дешевле, что, вы сказали мне дешевле. Я хочу знать, сколько я продался. Я хотел продолжить, да. Помимо дешевизны звонков, я даже не сказал дешевизны, дешевле, конечно, можем сделать дешевле. Я думаю, вы давно уже подключены на Билайне, да? То есть 30 лет уже подключены. 30? Да, зачастую вы, скорее всего, используете старые тарифные планы, которые, ну, достаточно дорогие. Даже не знаю, какие у вас... Там в честь Олимпиады, да, 85-го года. Что хотели сделать для вас? Мы хотели проанализировать ваши затраты, в первую очередь. Вот. То есть сделать, проверить, куда вы звоните чаще всего. То есть подготовить для вас полноценный анализ и приехать уже у вас с хорошей, готовой презентацией, где мы покажем, что, где лучше экономить. Какое направление лучше выбрать? Ну, вы знаете, и в первую очередь, все пока ни о чем. Я номера-то вообще не готов менять. Ну да, правильно, я думаю, номера вы привязаны. То есть у меня экономию какую-то, даже не говорите, сколько, а что, мне сейчас номера зачем менять? Вообще, сейчас я, конечно, не готов сказать, сколько мы сэкономим, потому что мы не знаем, сколько вы тратите. Да, хотелось бы понять. Я сказал 100 тысяч. Ну, сколько это сумма, да. Хотелось бы получить, не знаю, если это возможно, там, ваша, там, детализация. То есть у нас такой, есть такая практика, мы приходим к клиенту, берем, грубо говоря, его информацию по начислению, потом параллельно, там, и связываем с вами, например, стороны, с вашей стороны, с другими операторами, там, получаем информацию, подготавливаем полноценный отчет. Я думаю, сейчас не стоит говорить о том, что мы там в каких-то конкретных цифрах, да, все это, мы хотел бы услышать ваше пожелание. То есть помимо того, что вы сказали, что вы тратите 100 тысяч рублей. Мое пожелание не менять номера. Вот мой сталилитейный завод 3 миллиарда в месяц зарабатывает на себе. Это не проблема. И что мне, как бы, не вариант вообще. 100 тысяч я трачу, и хрен бы с ним. Все, у меня в шоколаде. Чего, ради чего мне сейчас, вам какие-то детализации? Может, вы вообще шпион? Может, вы из завода «Власть труда» к нам приехали, хотите наших всех каналов сбыта вычислить? Нет, я вообще не понимаю, о чем речь. Да, вот моя визитка, вот, пожалуйста, моя визитка, да, здесь ясно написано, то есть менеджер, да, лучший продавец вообще компании. Вот, многие компании сотрудничают со мной,
И, кстати, власть труда, да, то есть они тоже работают с нами. Все, а все-таки вы от них пришли, значит? Нет, они, с ними работаем, да, они тратят много денег. Тогда эти мои, они согласились, взяли связь, да, конкуренты, сейчас все время, да, экономить деньги, понимаете? Эти деньги, понятно, с задницей, конечно, надо экономить. Деньги, которые сэкономить, вы легко можете потратить, вложить в производство, как вариант, да. То есть, вообще, да, я думаю, знаете, на чем индустрия стоит остановиться, о том, что мы возьмем паузу, да, от вас хотелось получить информацию. Сейчас какую? Мне сложно сказать. Узнать, куда вы хотите звонить чаще. Может быть, вы выезжаете сейчас, в ромик ездите. Не знаю, у вас там рабочие переговоры, там сейчас сотрудники ваши там много звонят на мобильной связи. Вам нужна детация, я готовы. Это решение, которое позволит вам реально сделать удобнее связь. То есть сделать не дешевле, может быть, там некоторые. Как удобнее. У вас телефон, да, эргономичный, чтобы более удобно связь. Что значит удобно? Удобно пользоваться. Удобно не помимо как аппарат, не тактильное ощущение, а именно. Ну я могу жене просто 3 цифры набрал, жене позвонить. Ну так удобно будет. Вот видите, уже какие-то мы начали дальше. Вы спрашиваете, да, вы что-то уже первый момент. Вы говорите мне ни о чем. Сами сказали мне о том, что вы хотели бы удобно звонить, конечно, без проблем. То есть есть такие решения, которые позволят быстро набирать номера. Ну, без проблем. Все как бы сделано, самый оптимальный вариант, бесплатно будет стоить, там, вы хотите, не знаю. Мы сделаем так, что у вас будет и эта услуга, плюс еще эта услуга. То есть возьмите комплекс, мы сделаем вам скидку, например, на третье направление, которое. Ну, вообще, хотелось понять бы еще помимо вот этого, что вы хотели бы... Давайте конкретно. Мы сейчас с вами уже 15 минут. Вот я говорю, деталку вам не дам. Вот точно не дам. Все, я СУ, меня служба безопасности меня не поймет. Меня уволят. Меня уволят, у нас начальник службы безопасности круче, чем директор. Вообще директор пришел, получается. Ну, как сказать? Спорно. Директор, но я боюсь нашего безопасника. Он меня вообще уволит. Все, деталку не дам. Я думаю, стоит еще раз нам встретиться все-таки, да? Еще раз встретиться, может быть, с безопасником, потому что там, если это возможно. Вот. И уже конкретно обсудить там наши предложения. Его лицо засекречено, да. С вашей стороны, может быть, там дать, если это возможно, конечно, дать распоряжение там, сотруднику, который сможет, например, уже пошагово там рассказать. Вы сейчас что пришли? Тратить мое время, что ли, я не пойму. Вы пришли, чтобы назначить следующую встречу. Я сказал, деталку не дам. Ну что, в чем вопрос? Ну, а что вам нужно? Не обязательно говорить, я понимаю, что там невозможно предоставить эту информацию. Мы готовы сделать для вас самые выгодные условия. То есть я и говорю, помочь все развить ваш куда? Бизнес. Зачем? Вы сами же сказали о том, что у вас связь уже 30 лет. Да? Вы все согласились о том, что реально давно уже подключенная. То есть даже, скорее всего, вы не знаете о своих затратах, какие, в какие направления тратите, как руководитель. У меня отличная сотовая связь. Да. Вот стоит аппарат сотовый. 30 лет уже здесь. Да. Ну, предварительно, перед тем, как к вам поехать, я узнал сотруднику, что связь на самом деле, то есть в некоторых районах плохо работает. То есть некоторые хотят тоже такой же связь пользоваться, там, хорошей связью. И готовы сделать предложение не только для вас, для вашего бизнеса. У меня железобетонный. Но и сделать предложение для ваших сотрудников. И там все работает. Вот такие телефоны там стоят, которые не тратят 100 тысяч рублей, которые готовы там тратить 100 рублей. Да, но иметь все преимущества большой корпорации. То есть мы готовы сделать большое, комплексное, сделать предложение по вашей компании. Готовы услышать каждого сотрудника, его потребности, встретиться. Мы даже готовы прийти сюда, там, мобильный офис. Что вам конкретно надо? Вы что-то на все сегодня мы готовы? Что конкретно? С вами сотрудничаем. Мы такая военная компания, серьезная компания с хорошим качеством. То есть мы реально, если Пензенскую область взять, мы первые в корпоративном рынке, мы первые по мобильной связи. Ладно, я вас понял. Все, хорошо, я вас понял. Так как вы крупная компания, я устал от вас. Вы должны работать с серьезным представителем. Вот номер моего секретаря. Вот. Ей позвоните, она вам скажет наш номер телефакса, вы на него, пожалуйста, перешлите. Все, вот что-то мне. Я ничего не понял, все, что вы мне сказали с этими, с тарифами, там, что я сэкономил, в общем, все включить. Предложение по электронной почте, я вас верно понял. По телефаксу. По телефаксу. Видите, какие старые технологии. Прямое производство давно не вкладывалось денег, на свете сколько тратите. Представляете, полтинник сэкономим вам. Полтос можно в производство вложить. А еще хотел, что вам сказать, самое интересное, да? Это личная мотивация. Мы можем делать вам посмотрите, девочки, понимаете? То есть вы можете выступить как... Кладите сюда. Выступить как наш агент. Может быть, ваши сотрудники, та же самая воля, которые... У меня, кстати, фура стекла, что-то заряжалась, я смотрю. Вот мы произвели чайники стеклянные, они, когда их на компьютер ставишь, лопаются. Вот если вы не их стряхнете кому-нибудь... А у нас есть одна компания, с которой мы очень взаимодействуем. То есть она торгует как раз стеклом. Вот, ну, с Китая, ОС, там, конечно, давай, можно списать все дело, говорить вопросы. Я думаю, можно даже строить какую-то параллельную встречу, прямо обсудим и ваши, и наши интересы.
Бартер. Я вам фуру стекла, а вы мне связь халяву до конца года. Договорились? Я согласен. В итоге, короче, мы, я думаю, у нас разносторонние интересы оказались, да, то есть вы и свои интересы.